Так, ребят, как я обещал, Дэн скинул свой конфиг. И что же, на следующий день он мне уже прислал реплей. С вами просто посмотри. Ну что же, посмотрим, что у него тут-то было. Начинает он с ЗКТ сторону, пистолетка стоит на А, но противники идут на Б. Значит, можно здесь промотать, и все. Наконец-то теперь вышли на Б планеты, что же, Дэн выходит с кичена. Так, вот тиммейты там уже приняли, увидел типа на шарте. Ух, тут просто божественная стрельба с пистолета. Так, не попадает, и тут на нож пытается взять оппонента, но не смог. Ну и что же можно сказать, первый раунд, в принципе, за командой Дэна. Последний расследуется, но его также двое союзники Дэна. Окей, переходим в следующий раунд. Что у нас тут будет? Закупает армор ФАМАС, две флешки, идет на плент. Пикает под флешку. Ну что, выход под аплент. Дэн просто по таймингу спрыгивает, когда выходит челик. Ну ладно, там тиммейт Дэна принимает близко из ямы типов, и пачка по итогу выпала. Но тут тип затеров промутился в коннектор. Ух, сейчас похоже будет. Ну нет, что-то походу тер не чекает даже и близко Дэна. И да, он запрыгнул на тетрис и взял ФАМАС, но не хотел получить близ. Ну и господи. Ох, да. Ну, конечно, Дэну повезло, что его не зачекали раньше, потому что чел мог просто из-под головы посмотреть и увидеть Дэна и убить его спину. Но по итогу этого не случилось. А на следующий раунд у нас, что же тут, уже полноценный бай от теровской стороны. Дэн идет, судя по всему, на шорт. Там, кстати, расшорта идет в этот момент. И он идет спиной в этот момент. По итогу, что он, понятно, его не убил. Так, убивает второго, слышит третьего в апдауне. Ну и такая ситуация, конечно, патовая. Увидел оппонента. Получил пуль, теперь у него 13 хп. Ситуация, конечно, уже 4 в 2, была в 5-2, но. Ага, еще один оппонент. Ну да. Ситуация становится не очень хорошей. 3 в 2 и минус еще один тиммейт. И уже 2 в 2. Слышит оппонента на шарте. Тут надо его принять. Вот, да, он зашел оппонент. Так, еще и тиммейт решил запустить. Все, один в один ситуация, но, правда, 13 хп, а вот оппонент фуловый. За счет чего раунд Дэн, к сожалению, не берет, но неплохих 4 минуса он оформил. Неплохо, неплохо пока что все выглядит. Так, окей, следующий раунд идет на плент. Так, убивает первого оппонента, Йоми. Тут, кстати, оппоненты также идут на аплент. Ну как-то после опен фрага Дэна они не сильно горят желанием уже выходить. Начинают очень медленно выходить. Один из них там с Негивом в яме. Ух. Опасный оппонент. Тут просто спрейн прент Дэна, и по итогу, да. По итогу раунд проигрывается. Эх. Ну ладно, посмотрим. Может быть дальше спрей будет намного лучше у Дэна. Берет фармилку на все бабки, идет типом в окно, но передумал. На Б при этом никого нету, и как бы да. Конечно, на Б и теры не пошли, но все равно. Они могли туда пойти, и все очень печально. Ну, окей, стоит коннектор, ждет шорт. Какой тип шорт, тут просто адский спринт. Про еще одну шорте увидел, типа. Ну и ситуация не из лучших, конечно же. Уже два опен дали теры, и при этом еще один союзник стоит АФК. Ну и как бы да. Просто понятно, в джангле. Так, тип вернулся из АФК. Так, Дэн убивает одного, тут уже второй. Так, ну и что, ситуация уже 1 в 3. Интересно, пачка ставит вот момент на Б. И киты, кстати, валяются. Причем очень удачно валяются. Дэн их подбирает. Но ситуация, конечно, не самая лучшая, потому что... Так, бил типа на шарте. 2 в 1. Интересно, как он разыграет это. Так. Его типа на холодильнике. Ну и все. И последний тип, по нему инфы особо нету. Но, скорее всего, он где-то под Б апартаментами, либо на тачке, либо в самих апартаментах. Тип палится раньше времени. И по итогу Дэн берет они в 4. Неплохо, неплохо. Похоже, КФГ мой работает. Достаточно неплохо работает. Но посмотрим, как дальше пробила. Так, его пролистнул, выходит мид, убивает типа одного на миде. Видел, как прошел один тип в апдаун. Так, интересно, интересно.
Скип проходит дальше в шорт. Они тут залезают в апдаун зачем-то. Интересно. Слышит типа в коннекторе. Ну, да, недалеко он убежал. Ну и ситуация 1 в 3. Все, есть инфа по ласту. Кидает флешку для пика. Правда, союзник падает. Удачно прямо на флешку падает. Ну и по итогу изи раунд для Дэна. Ну, уже 16 фрагов набил он за 6 раундов. Неплохо, неплохо. Окей. Купил себе ямку, зачем-то выкинул ОСГ. Ну ладно, у него, в принципе, бабки-то есть. Как бы, может себе позволить, но все же как-то это по-глупому выглядит. Что оппонентов под Б, кидает молик одному из оппонентов. Простреливает, в надежде кого-то прострелить, но нет. Тип стоит у стенки. Так, ну, это тем временем на медиа проходят. И что тут? Добивает одного кое-как, и второго также тапами добивает. Ну окей, опять ситуация 3 в 1 уже. Ну, такое, конечно, слить очень сложно будет. Ну, давайте тиммейта у нас будет последний оппонент. Так. Ну и тут, похоже, фастовых атак хотели сделать. Так, да, он видит, что выходит типа из ямы, и причем одного накалил. Так. Флешка верхом. Ну, тут прям все тиры вышли, и по итогу, да. Ну, кстати, тиммейты Дэна забрали раунд. Так, Дэн взял авик. Интересно, как он реализует его. Пока что пошел в коннектор. Думал, наверное, мид пикнуть, но по итогу там уже тиммейт с авиком тоже пикнул мид и дал опен. А тиммейты тем временем втроем рашат. Блин, мидл. Если бы Кир еще раньше успел выйти, бы он мог всех троих поймать в спину. Так, пока ничего, в принципе, у Дэна не происходит. Тем временем на миде, конечно, происходит экшон. Так. Угу, то есть инфа по двум оппонентам. Так, бывает одного, ну и по второму есть также информация. И новым зумом снимает его неплохо. Неплохо, неплохо. Так, там тиммейты тем временем на миду втроем просто сливаются. Так, Дэн прям вот не вовремя отошел, поймал тайминг, теперь прошел по шорту. Тиммейт Дэна там на шорт, идет на шорт, так. Увидел Дэн в коннекторе типов, промахнулся. Там еще из ямы вышел тип не вовремя по таймингу. Так, окей. И 1 в 5 ситуация. Оп, ну. Дэн увидел типа с пачкой. До этого савика. Так, второго савика в коннекторе. Неплохо, неплохо. Слышит типа, который шел по КТ. Ну и все. Один в один ситуация. По последнему оппоненту нет инфы. Но при этом последний оппонент еще и красный. Скорее всего, и об этом нет информации. Смотрим, как Дэн разыграет этот момент. Услышал типа, который зачем-то свичнул на глоке режим стрельбы, и по итогу неплохо. Просто прям похлопаю Дэну. Отличный раунд, 1 в 5 взят. Уже 25 фрагов за 10 раундов Дэн набил. Прям машина, прям киберспортсмен. Что тут сказать. Вот что делает конфиг с человеком, так, слышит в яме типов, бизоном просто идет рашить, вот прям, да, не знаю, вместо авика взял бизон и легчайшие минус 3, ну и последний оппонент слышны были в апартаментах, и Дэн их тоже идет, судя по всему, рашить, смотрим, как у него это удастся, там тиммейты, правда, тоже рашат яму, и да, тиммейты делают 2 последних фрага, ну тут прям легкая катка, Дэн уже берет тух, прям издевается по максимуму над оппонентами. Интересно, конечно. Так, слышит топот под Б. Есть молик, конечно, но почему-то он не откидывает его, решает подождать. Так. Первый вышел, второй вышел. Ну и третий тоже. По итогу раш на Б не удался. Но есть инфа по одному на Т-спауне, судя по всему. СГ там типа делал минус. Дэн не лезет рашить, так как у него 40 хп, а вот тиммейты наоборот лезут, и причем сейчас, судя по всему,
Опять ситуация может быть не очень хорошей. Да. Минус 2 уже ситуация. Ну и... По ласту вроде бы инфы нет, но он делал минус на меде. Так, ждет, что он будет проходить. Так. Ну, пачка-то валяется на Б, который Дэн выбил. Ну и сейчас... Возвращается он на Б. О, блин. Перелеснул. Так. Так. Где-то с этого момента мы как раз остановились. Ну, плюс-минус этого. Так, все, да, вернулся. Вот это спрей, конечно, да. Ну, видно, что человек хотя бы учится уже спреить с клаша. Уже радует. Хотя бы есть подвижки. Но надо работать над этим дальше. Так, закупил фомастер и армор, но получил в ногу. Ток 12 хп, и посмотрим. С этим количеством хп отыграет. Ну, никак. Окей. Переходим дальше. Это тебя, кстати, взяли раунд. Так, он взял авик. Убил типа на миде. Второй промах. Ну, тут Дэна повезло, что его не запушили. Керы. Толпой. Так. Тут прям такая патовая ситуация, еще один вандер спалился, Тер. Но он почему-то пошел обратно, он не пошел пушить Дэна в спину. И пачка тем временем ставится на Б пункте. Так, так. Опа, заметил. Отлично. Да еще и Тер надел минус. Так. Тер даже как-то не обратил особо внимания, что там начали дефьюзить. До сих пор смотрел Китчен. А последний тир также идет с Китчена. И ноузум он снимает. Ну, тут вопрос, хватит ли времени без диффузов, потому что, наверное, нет их. Хотя, казалось бы, 16 тысяч было, и почему он не купил, для меня остается загадкой. Ну, тут прям очень близко было, на самом деле. Ну что же, еще один раунд берется, уже почти 40 фрагов Дэн набил за первую сторону, взял он скаут зачем-то. Ну тут окей, тут же просто, походу, не знаю, фанится, блин, то что, ну, несерьезный подход. Так, попал по типу в миде. Еще рядом с типом прострелил, но чуть левее надо было прицел довести. Ну и ситуация 2-4. Такой, в принципе, я думаю, уже навряд ли проиграют. Оп, заметил типа. Не попал. И получил по щам по итогу. Ну и раунд, конечно же, берется. Так, дальше фаст выход Б. Иду типа в Китчене. Ники в Китчене вообще даже там начал упрыгивать, словами, ну вас нахер. Ну и пачка ставит. Ситуация 4-5, правда. Посмотрим, как КТшники будут отыгрывать. Втроем они с КТ идут. Причем ждут, что их запушат. Дэн куда-то перетягивается. Смотрел Китчен, чекает Б-хаус. Окей. Ну как-то КТ-шники втроем не могут задавить, блин, одного типа. Ну там уже, правда, опа. Дэн решил на ножик. Ну да. Поймал типа на ножик по итогу. КТ-шник не заметил Дэна в Б-хаусе. Да. Ну как бы типичный сильвер, что с них взять? Что с них взять? Так, Дэн выходит на мидл. Не в соло уже, с тиммейтом. И проходит шорт. Окей. Поймал типа в коннекторе, убил без проблем. А на шорте тем временем вообще никого. Так. Видел в окне типа. Так. Запрыгнул. Вантапом поставил. Дэн решил уже... Вантапом просто пострелять. Неплохо, неплохо. Ну и последний КТ-шник просто бежит. Та-та. Плута со словами, ну вас нахер. Ну и тут что можно сказать, как бы, да. Неплохо Дэн отыграл эту катку. Еще один эйс оформил уже. Третий, наверное, эйс. Четвертый эйс, да. Неплохо, неплохо. Что могу сказать. Ну и тут, судя по всему, уже она будет выиграна. Дэн идет пикать уже яму. Так, ну, видит типа в апартаментах. А там пачка выпала.
Ну и сюда поймал последнего КТшника. Так, ну, судя по всему, по времени тут еще один раунд, наверное, будет. Или мне кажется. Так, убил одного типа. Слышит на КТ типа. Ну, нет, судя по всему, последний раунд. Так, вот тиммейт убивает. Ну и тут... А, Дэн убивает спину. Интересно. И пачка запушила КТ. Ну да, я угадал. Тут еще один раунд. Тиммейты Дэна постарались над этим. Окей. Что же тут Дэн сделает? С маг-10 бежит. Ну, типа в окне. Так. Понял, голову Дэну и джангл его убивают. Ну, далее тиммейты Дэну завершают всю работу. Ну, что можно сказать? 47 фрагов, неплохо так помог мой конфиг. Если, ребят, хотите также набивать на сильверах, то ссылка на конфиг в описании. На этом все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи.